MSI X470 Gaming Plus Max. Игровая материнская плата с поддержкой процессоров AMD Ryzen. Плата выполнена в форм-факторе ATX, построена на базе чипсета AMD X470 и совместима с процессорами AMD Ryzen 1, 2 и 3 поколений. Устройство поставляется в фирменной коробке с яркой полиграфией. Внутри находится сама плата, инструкция по установке, наклейка, диск с ПО, заглушка для задней панели и два кабеля SATA. Электронные компоненты платы расположены на текстолите высокой плотности. Все порты и разъемы оптимально размещены по периметру. На лицевой панели располагается сокет AM4 для установки процессора и 4 слота для оперативной памяти DDR4 с суммарной емкостью до 64 ГБ. Штатные частоты памяти могут достигать 2667 МГц. Также возможен разгон до 4133 МГц. Ниже расположены 6 слотов PCI-Express, 2 из которых версии 3.0. Также предусмотрена возможность подключения до 6 SATA-накопителей и 2 M2-накопителей. За сетевое соединение отвечает гигабитный чип Realtek 8111H. Звуковая подсистема основана на чипсете Realtek ALC-892. На заднюю панель вынесен комбинированный разъем PS пополам, разъемы DVI-D и HDMI, 6 портов USB Type-A версии 3.2 и еще 2 USB версии 2.0. Также здесь расположен разъем RJ45 для подключения сетевого кабеля, 5 аудиоразъемов и оптический выход. Что касается теплоотвода, для охлаждения чипсета и подсистемы питания предусмотрен массив радиаторов. Для обеспечения прогона холодного воздуха через корпус на плате реализованы 4 коннектора, к которым подключается корпусный вентилятор, один коннектор для питания процессорного кулера и еще один коннектор для помпы водяного охлаждения. MSI X470 Gaming Plus Max – игровая материнская плата с широким выбором интерфейсов, которая подойдет для геймерской системы среднего уровня на базе процессоров AMD Ryzen.